через очки. Разглядеть непросто. Они такая мелочь, что их почти что нет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Пульт. Смотри, Симка, на пульте кнопка залипла. Как бы нам ее выковырить? Учись, Нолик. Помогай. Давай. Ой. Вот так. Отпускать. Ой. Какие мультики? Нолика нигде нет! Я боюсь, что он спрятался в пульте. А кусачка, значит? Ох, ну тогда ему не сдобровать. Дим-Димыч, сделай что-нибудь! Кусачка, ко мне! Куда же она спряталась? Пойду поищу в других комнатах. Посижу. Кусачки нигде нет. Ой, Симка, а ты где? Я бегала за помогатором. Зачем он тебе? Чтобы найти пульт по инфракрасному лучу. Здорово! А что это такое? Сейчас объясню. В каждом пульте дистанционного управления есть специальная лампочка, которая называется светодиод. Когда мы нажимаем на кнопку, светодиод посылает невидимый инфракрасный луч. А в телевизоре есть приемник этих невидимых лучей. Телевизор понимает, какая команда пришла к нему от пульта, и выполняет ее. Например, меняет канал или громкость. Но если этот луч невидимый, как же мы его увидим? Для этого в помогаторе есть специальные очки. И что теперь? Покричи Нолику, пусть он замкнет контакты под любой кнопкой. Нолик, ты можешь как-нибудь нажать кнопку? Кнопку? Как же ее нажать? А, сейчас! Кусачка-раскаряйка! Ой, Вася, она меня сейчас съест вместе с пультом. Ничего не видать. А мне видать! Вон он! Вон там! Кусачечка, иди ко мне! Колбаску хочешь? По-хорошему ты не хочешь! Ладно! Это означает, что невидимый луч отражается от
обычный свет. Значит, и телевизором можно управлять, если направить на него пульт через зеркало. Не веришь? Ха, проверь сам. Между прочим, если бы под кроватью не валялись чьи-то игрушки, мы бы пульт и так нашли. Да уберу я их. Только сначала мультики посмотрим. Замок. Идет. Нолик, ты где? Не прячься. Все равно найду. Нолик, ты? Ты знал! Давай еще раз! Да ну! У меня новая игровая приставка, а ты мне предлагаешь играть в какие-то прятки. А где она? Что-то я ее не вижу. Я ее в школу носил. Зачем это? Похвастаться. Классная вещь! Дим Димыч! А мне дашь поиграть? Неа! Я еще сам не наигрался. Ладно, ладно. Попросишь у меня чего-нибудь? Подожди. 3 или 4? Или вообще 7? Забыл. Что забыл? Код на замке забыл. Теперь даже дневник не достать. А у меня там домашнее задание записано. Я твой дневник смотреть не полезу. Даже не проси. Дим Димыч, чего грустишь? Замок не могу открыть. Код забыл. Подумаешь, ха, откроем. Замок устроен несложно. Кодовый замок состоит из нескольких колец с цифрами. Внутри каждого из них есть еще одно кольцо с прорезью. Если все кольца повернуть так, чтобы дужка замка с зубчиками смогла пройти в прорези, то замок откроется. Значит, когда снаружи правильные цифры, внутри эти самые прорези выстраиваются в ряд. Вот именно. Выходит,
Надо заглянуть внутрь замка. Так, ясно. Нолик, ты где? Дело есть. Не пойду, я жадина, мне помогаю. Нолик, ну пожалуйста, я не буду сильно жадничать. Ладно, разжалобил. Только потом сразу дашь поиграть на приставке. Да. Как же тут тесно. Потерпи, мы будем крутить кольца, а ты кричи стоп, когда надо. Стоп, следующее. Стоп. Стоп. Секретные цифры и буквы, с помощью которых вы что-то запираете, называются код или пароль. Запомните, никогда не пользуйтесь слишком простыми паролями. Их легко разгадать. Цифры или буквы не должны все время повторяться или идти подряд. Также не стоит делать пароли из года своего рождения или собственного имени. Придумайте что-нибудь посложнее. А чтобы не забыть, что придумали, записывайте свои пароли на листочке или еще где-нибудь. И никому этот листочек не показывайте. Тогда, если ваш пароль вылетит у вас из головы, вы его с помощью листочка легко вспомните. Прятал приставку от ребят. А зачем тогда в школу таскал? Хотел в классе похвастаться. Похвастался? Да нет, ее только покажешь. Все сразу: дай поиграть, дай поиграть. И ты ее спрятал и никому не показывал? Не показывал. А зачем в школу таскал? Похвастаться. Ну ты хвастун. Ну ты жадина. Ой, то есть... Бывший жадина, ты же дашь нам поиграть? Берите. Мы тебе не мешаем? Прыгайте потише, а то стол трясется. Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям. Жми на стрелочку, чтобы поделиться мультиком на своей страничке в соцсетях. А чтобы не пропустить новую серию, нажми на колокольчик. Что? Нет колокольчика? Так надо на канал подписаться, и сразу станешь нашим другом.